В инвестиционном форуме Сбербанк представил первый в России сервис по регистрации бизнеса онлайн. Одновременно с этим он позволяет дистанционно открывать счет. Вся процедура состоит из нескольких простых шагов. Это заполнить персональные данные, подтвердить их в Сбербанк онлайн и выбрать вид деятельности. Ну а электронную подпись можно получить с помощью биометрического загранпаспорта. Теперь малый предприниматель может зарегистрировать бизнес, открыть счет и год совершать все операции по этому счету бесплатно. Раньше все эти услуги обходились ему порядка 45-50 тысяч рублей. Сейчас это деньги, которые он экономит. Вся процедура регистрации займет не больше 30 минут.